Лучших волонтеров Нижнего Новгорода наградили в городской администрации. Волонтеры оказывали помощь пожилым людям в связи с пандемией и организовывали праздничные мероприятия. 20 волонтеров были награждены благодарственными письмами от мэра города. Я хотел бы вас искренне от души поблагодарить за ваш благородный труд. И самое главное, жду от вас еще больше ваших инициатив. Обязательно будем их поддерживать. Вы большие молодцы. У меня крестная поступила сюда на работу. Стала главой отряда. Она предложила мне, я согласился стать волонтером. У меня еще брат ходит сюда. Наш отряд ездит поздравлять ветеранов. Мы красили также хоккейную коробку. Просто мне нравится помогать людям. Делать всякие добрые дела. Больше всех и запомнилось, так и понравилось. Встреча с одним из ветеранов, Лев Николаевич, вместе с его женой Сулимой, мы к ним уже 3 раза или 4 ездили даже. То есть мы первый раз приехали, там даже его жена расплакалась, это было так трогательно. И они очень эмоционально нам песни передали. Это, ну, очень классно, эмоции переполняет при виде встречи с ними. У нас вот на конец декабря пришли такие большие акции. Нам надо было поздравить более 1000 одиноко проживающих наших пожилых граждан, а также семьи, где есть детки с ограниченной возможностью здоровья. И вот буквально в 21:55 у нас был последний адрес. Степан Михайлович нас ждал, сказал, что приходите, я все равно один. И мы пришли с Дедом Морозом, со Снегурочкой, спели и нашу новогоднюю песню, и елки. То есть с ним станцевали, попели. И действительно доставили такую вот, знаете, душевную, очень трогательную радость.